Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить Виджил. В общем, в прошлый раз мы зачистили катакомбы, и нам дали возможность телепортироваться снова же в эти другие миры. Мы под конец сходили и поняли, что в обогрённой окарине мы сможем фармить босса. Я этим не занимался, я фармил в своем месте, в принципе. Перед этим, да и хотя не перед этим видео, а давно я, наверное, уже выпустил ролик фарма денег. И прокачал я за кадром Аматерасу до плюс 7, потому что это оружие, ну прям вообще читерское. И нафармил я, по-моему, да, руки. Я взял вот такие вот второй голдовый доспех, получается. Ну, я, скорее всего, буду использовать обратно на шанс получения трофеев, потому что, может, до второго босса, куда мы сейчас пойдем, может, также есть какой-то шанс получения трофеев. В общем, сегодня в этом видео мы чисто пойдем и исследуем лазурную окарину. Не знаю, как этот мир называется. А, мрачная тень. То есть за кадром я снова же, ну как и в прошлом видео, когда мы побегали, после этого поизучал немножко вот эту вот локацию. И понял, что тут нету, или я не нашел ничего особо интересного, кроме как какого-то босса. На боссе я умер. Да, иди нафиг. Тут не важно на самом деле, по низу пойдем или по верху пойдем. Путь у нас один и тот же, по сути. Тут можно предметы получать с помощью двойного рывка, но который я не смог сделать. Да. Она тут очень плохо залезает. В общем, там фигня лежит. Поэтому не пойдем туда. Пойдем сразу к боссу. Правда, то, что я хилку потратил один раз, это уже плохо. То есть вон там вот херня лежит, и можно отсюда неувидимо сундук. Блин, я на самом деле... Не хотел я на самом деле хил тратить, ладно. Да. Вот этот двойной рывок прям бесит у персонажа, на самом деле. О, наконец-таки. Тут всего лишь зелье исцеления. Кстати, надо было похилиться. В сундуке у нас янтарная искра. Вон туда я не знаю, как попасть. В принципе, давайте нахер перезапустим. Выше я без понятия, как туда попасть. Может, что-то там интересное было. Ну, вот эти вот наши старания, в принципе, не особо нужны были. В общем, погнали. Что тут валяется, я сейчас ничего не буду собирать, просто побегу к боссу. Что неинтересно, что с него выпадет, и мне не кажется, что как-то отразится это у нас сейчас на сюжете. Просто бежим сюда. Можно, кстати, использовать наш глазок. Место опасное. Ага. Потому что куча всяких ловушечек и прочей фигни. И вот эти вот прыжки тоже зачастую бывают батальными. А, тут, по-моему, хилки. А нет, тут железная стрела. Обидно. Вот сюда вот, если мы сюда прыгнем, кстати, можно было этот... Прыгнуть сюда и... Опасно ловушки.
Это открытие некого телепорта. Я нашел перед боссом второй такой телепорт. И не знаю, может... Да, по-моему, не сохранение, просто как телепорт. А, так, кто-то... Можно, в принципе, уничтожить их нафиг. В прошлый раз, когда мы в прошлом видео сюда бегали, то что вслепую, тут я, получается, просто прибежал там на одно из начальных мест. Типа, вот тут вот как раз таки ниже можно вон спуститься с перекладин туда было. Так, тут у нас... Что-то там валяется, давайте попробуем сюда прыгнуть, потому что тут реально какие-то эти непонятные лабиринты. Так, а оно может меня ударить? Нет, жесть. То есть глаз в этом, конечно, помогает очень неплохо. Можно, в принципе, похилиться с помощью нашего топора. Так, ништяк. Что у нас внизу? Смерть. Я думал вначале, что нужно уничтожить все вот эти вот столбы, типа, и чтобы там молния исчезла. Не, нифига. Не просто как декор. Эти мобы... Вот тут-то что-то валяется. А, еще зелье исцеления, да, блин. Ну, будем знать в следующий раз, если не получится первый раз убить босса, будем получать урон. Так, тут-то. Нет, вниз явно неохота. Вверху там не знаю, что было бы. Да, иди вы нахер. Так, пробежали кое-как. Тут нам надо вот сюда вот. Вот, это у нас второй переход. Вот так мы можем телепортироваться между ними. Не знаю, насколько это полезно, но, конечно, полезно. Так, забираемся. И вот тут у нас ожидает схватка с боссом. Босс очень сильный. И бьет в основном молнией, поэтому... Нет, здесь так молнии особо мало. Нам дает шапка и ботинки. Кольца, к сожалению, я не нашел. Можно, в принципе, вместо денег поставить что-нибудь. Сход может выносливость и сопротивление льду бесполезно. Давайте защиту. Больше защиты, как говорится. Фух, и с богом. Не знаю, как рука тени на нем будет действовать, но погнали. Такой громовержец. Он очень опасный противник. И после какой-то стадии, вот после умения, он падает в такую перезарядку, видимо, перезаряжается, где его можно спокойно дамажить. Да, иди нахер. Ну, как мы видим, вообще жесть. Да. Нет, рука тени вообще бесполезная. Жесть. Можно, конечно, его пытаться от него уворачиваться. Блин, я попробовал ударить, и ни хрена не получилось.
В этом щите нельзя к нему подходить. Так, сейчас. Можно заметить, когда он в такой перезарядке, то что у него ХП понижается. Ни хрена. Так, это что такое? Непонятно. Да похилься ты. Так, в этот момент сейчас можно его дамажить. Да похилиться. Как блок, интересно, будет работать? Будет ли он вообще работать? Ну, по 4, кстати. Ай-яй, поздно. Катана в этом плане очень хорошо помогает, на самом деле. Так. Блок, кстати, тоже неплох. Ай-яй-яй. Теляемся. Окей, кое-как убили. Изучен рывок в воздухе. Ага. А, Shift-Tier. И ничего не дал? А, вон. Рок у Птануса и что-то еще. А, смотрите, несколько раз. О, кстати, хорошая штука. Что он нам, получается, дал заклинание рок одного из старших богов, что долго таился в тени. С его помощью можно призвать громовой раскат. А ну давайте посмотрим. Не знаю, насколько полезно ли это. Так, и кристалл вечного времени. Кристалл заключен внутри неизвестной жидкости. Чё? И, видимо, также его, как и первого, можно просто фармить. Окей, пошлите, заценим магию. Вот сколько он вообще будет бить. Давайте, я не знаю. Кладбище. Ну, как магический спел, кстати, блин, довольно... Неплохо по урону. Если раскачать ману, в принципе, тоже будет, наверное, прикольное заклинание. Огненная рука мне нравится больше. Поэтому сменим. В общем, вот такое получилось небольшое видео. Чисто с этой окариной. Получили рывок. И убили босса. В общем, дальше уже будет полноценное наше прохождение по другим локациям. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.